10 эффективных способов избавиться от папиллом на коже. Несмотря на то, что в большинстве случаев папилломы безвредны и не вызывают боли, если они появляются на теле, мы считаем минуты, чтобы поскорее избавиться от них, верно? К счастью, мы знаем несколько эффективных способов, которые заставят эти неприятные образования на коже исчезнуть навсегда. Уже не терпится их услышать? Но перед тем, как начать, подпишитесь на наш канал и включите оповещение, чтобы быть в курсе всех наших новинок. Номер 10. Сначала сходите к доктору. Перед тем, как производить любые манипуляции со своим телом и заниматься самолечением, не помешает проконсультироваться с доктором. Сложно предсказать заранее, как ваша кожа может отреагировать на различные домашние средства и не приведет ли это к более серьезным проблемам. Так что посетите терапевта или дерматолога перед тем, как попробовать те средства, о которых мы собираемся сегодня вам рассказать. Папиллома может выглядеть необычно, и, возможно, доктор захочет сделать биопсию в качестве меры предосторожности. Так что не ленитесь. Ваше здоровье – это приоритет номер один. Номер 9. Яблочный уксус. Яблочный уксус – не только прекрасная заправка для салата, он имеет множество полезных свойств. Исследования показывают, что его кислота отлично подходит для удаления папиллом, потому что она проходит сквозь слои кожи и воздействует на папилломы изнутри. Так что попробуйте этот рецепт. Смочите ватный диск в уксусе и отожмите его, чтобы удалить излишки жидкости. После этого положите его на папиллому, а сверху наклейте пластырь, чтобы удержать диск на месте. Для лучших результатов оставьте его на ночь. Повторяйте эту процедуру каждый день, и вы заметите, как папиллома начнет темнеть, а потом отвалится. Номер 8. Имбирь. Имбирь содержит биоактивные компоненты с противомикробными свойствами, которые позволяют бороться с папилломами на коже быстро и эффективно. Рецепт прост и не займет много времени. Для начала очистите пораженную зону и убедитесь, что она полностью сухая. Затем протрите ее кусочком сырого имбиря в течение 2-3 минут. Вы заметите, что из корня будет выделяться сок, но это совершенно нормально. Оставьте сок на коже, чтобы он выполнил свою работу. Повторяйте процедуру 4-5 раз в день, и результаты не заставят себя долго ждать. Номер 7. Масло чайного дерева. А это еще одно очень эффективное средство для борьбы с папилломами. 100% масло чайного дерева обладает противомикробными, противогрибковыми и противовирусными свойствами. К тому же оно совершенно безопасно для кожи и легко в применении. Перед тем, как начать, не забудьте очистить пораженную зону. Затем смочите ватный диск 3 каплями масла и массажными движениями протрите ими кожу. Для быстрых и эффективных результатов лучше повторять процедуру 3-4 раза в день. Номер 6. Масло орегано и кокосовое масло. Коли зашла речь об эфирных маслах, то масло орегано и кокосовое масло также отличное решение для борьбы с папилломами. Масло орегано – это натуральное противомикробное средство. Кокосовое масло, в свою очередь, содержит лауриновую кислоту, которую часто используют для удаления бородавок благодаря ее антибактериальным свойствам. Вместе эти два масла дают потрясающие результаты. Смешайте 2-3 капли масла орегано и 4-5 капель кокосового масла. Не забудьте очистить пораженную зону теплой водой. Затем вылейте смесь на ватный диск и нанесите на папиллому. Повторяйте процедуру 2-3 раза в день. Папиллома в скорости начнет темнеть и отвалится. Проблемы больше нет. Номер 5. Касторовое масло и пищевая сода. В следующем списке эффективных средств идет касторовое масло. Оно обладает огромным количеством полезных свойств для нашего организма. Оно лечит акне, борется с признаками старения, увлажняет кожу и многое другое. Что касается папиллом, то смесь касторового масла и пищевой соды просто отличное средство. Очистите кожу вокруг папилломы. Смешайте касторовое масло с содой в пропорции 2:1 и осторожно нанесите на папиллому. Затем закройте зону пленкой и закрепите бандажом сверху. Вы также можете использовать банановую кожуру вместо пленки, чтобы усилить эффект, но мы расскажем об этом чуть позже. Оставьте бандаж на ночь и не забудьте хорошенько промыть зону утром. На такое лечение у вас уйдет всего несколько ночей, после чего папиллома подсохнет и отвалится.
Номер 4. Лимонный сок. В лимонном соке содержится лимонная кислота, которая замечательно подсушивает папилломы, так как обладает свойством удалять омертвевшие клетки. Если вы будете наносить лимонный сок каждый день в течение нескольких недель, то вы заметите, что папиллома начнет медленно уменьшаться и в конечном итоге исчезнет. Перед нанесением не забывайте очистить пораженный участок. Затем выдавите немного лимонного сока прямо на ватный диск и нанесите сок на кожу. Повторяйте процедуру 2-3 раза в день. Номер 3. Алоэ вера. Алоэ вера широко известна в качестве домашнего косметического средства для красивой и гладкой кожи, прежде всего благодаря его антиоксидантным и заживляющим свойствам. Алоэ вера обеспечивает нежное очищение и восстановление кожи, при этом удаляя нежелательные папилломы. Так почему бы не воспользоваться таким преимуществом? Очистите пораженный участок, возьмите немного свежего сока или геля алоэ вера и нанесите его на кожу массажными движениями в течение нескольких минут. Повторяйте процедуру 2-3 раза в день, и ваша кожа скажет вам спасибо. Номер 2. Измельченный чеснок. Да, у чеснока может и не самый приятный запах, но зато это натуральное, противомикробное и противогрибковое средство для борьбы с папилломами. Кроме того, уже после нескольких дней лечения вы заметите, насколько гладкой станет ваша кожа. Измельчите 2-3 зубчика свежего чеснока, чтобы получилась паста, и положите ее прямо на папиллому. Затем закройте участок с помощью повязки и оставьте на ночь. 2-3 ночей будет достаточно, чтобы папиллома подсохла и отвалилась, а на ее месте будет гладкая бархатистая кожа. Номер 1. Банановая кожура. И, наконец, средство номер 1 в борьбе с папилломами. Не поверите, но это банановая кожура. Может, это и звучит невероятно, но именно банановая кожура поможет вам избавиться от папиллом навсегда. Кроме того, она доказала свою эффективность и на бородавках. Главное, придерживайтесь следующих шагов. Сначала, как всегда, очистите пораженный участок. Затем вырежьте небольшой кусочек банановой кожуры и положите его на папиллому внутренней стороной. Закройте сверху повязкой. Для лучшего эффекта оставьте средство на ночь. Через несколько ночей папиллома исчезнет. Легко и просто. Помните, что даже если удалить папилломы, они могут вернуться вновь, если вы забудете о профилактических мерах. Первое правило – это вести здоровый образ жизни. Он поможет вам сбросить лишние килограммы и нормализовать гормональный обмен, а именно они зачастую становятся основными причинами появления папиллом. Второе правило – это не носить тесную одежду, так как она не дает коже дышать и натирает ее, а это идеальная среда для появления папилломы. И, наконец, используйте присыпки, чтобы избежать раздражения кожи. Если вы будете придерживаться этих правил, то забудете о папилломах навсегда, а ваша кожа будет гладкой и здоровой. А у вас есть свои советы, как избавиться от папиллом? Расскажите нам в комментариях. Подпишитесь на наш канал и присоединяйтесь к Эдми.